В условиях вечной мерзлоты, при изобилии больших и малых рек, значение мостовых переходов для магистрали трудно переоценить. Например, на строительстве северного участка Бама-Беркакит-Таммот-Якутск в среднем через каждые 1,5-2 километра предусматривается возвести мост. В самом начале стройки темпы сооружения этих важных объектов намного отставали от темпов отсыпки земляного полотна, укладки пути. Причиной тому была традиционная, но уже устаревшая технология. Производство специальных железобетонных конструкций для полносборных опор позволило не только увеличить скорость возведения мостов, но и значительно удешевить их стоимость. Только в нынешней пятилетке благодаря этому было сэкономлено более 80 миллионов рублей. И все-таки себестоимость строительства мостов остается пока еще высокой. В связи с этим нами было принято решение о повсеместном переводе всех звеньев нашего строительства на хозяйственный расчет. Это позволило нам держать на контроле и позволяет нам держать на контроле расход материалов, топливно-энергетических ресурсов, механизмов зарплаты. Результаты уже видны. По сравнению с прошлым годом себестоимость работ снижена на 15%.